Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». Второго сентября бригады скорой помощи совершили 178 выездов. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 12 человек. 23 нефтекамца были срочно госпитализированы. Зафиксировано 4 выезда, связанных с криминалом. Кроме того, 8 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 2 выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 7 малышей, 5 мальчиков и 2 девочки. Стражи порядка напоминают горожанам, что мошенники не дремлют, а находят новые способы лишить вас накоплений. Если вам звонят с незнакомого номера и заводят разговор на тему финансов, то немедленно прекратите общение. Ни в коем случае не передавайте незнакомым реквизиты своих банковских карт, пароль и трехзначный код на оборотной стороне. Это убережет вас от потерь. За минувшие сутки инспекторы ГИБДД зарегистрировали 36 нарушений правил дорожного движения. 3 водителя не имели с собой документов, 4 перевозили детей без удерживающих устройств, 6 автолюбителей не предоставили преимущество движения пешеходам, 3 были наказаны за чрезмерную тонировку, 4 за непристегнутые ремни безопасности, еще 2 за нечитаемые госномера, 2 водителя оставили место ДТП, 1 отказался от метосвидетельствования.